Здравствуйте, вот наш с вами ноутбук Acer. Буду показывать внимательно. Помедленнее. Здесь то есть небольшие потертости по корпусу. С боков с ним все хорошо. Дисковод даже присутствует по задней крышке. Задняя крышка практически в идеале. Вот здесь вот есть, наверное, царапка, да, и вот здесь небольшие, их особо-то не видно. Петля не ходит. Все хорошо. Так, заходим с вами в диспетчер устройств. Сразу покажу вам видеоадаптеры. Вот NVIDIA GeForce стоит у него. То есть даже вот так с строкой вызовем сейчас. Все, то сейчас у нас окно загрузится, где вот показывают. Так, вот Core i3 6-го поколения, оперативки 6 у нас. Так вот у нас здесь также все еще раз прописывается, версия BIOS прописывается. Память дисплей, это основному показывает. Так, далее с вами перейдем в AIDU. Компьютер, электропитание показываю. Так, дальше у нас системная плата, сразу покажу. Процессор еще раз Core i3 6-го поколения, 4-ядерный. Так, ядро 1. Да. Так, системная плата у нас стоит DDR4. Память у нас 6, соответственно. Так, и дисплей в виде адаптера. Основной он, то есть, видит NVIDIA Graphics. Ну, помимо этого, вот есть GeForce, который я вам показал, как раз в диспетчере специально зашел. Так, далее с вами давайте зайдем в интернет. Сразу веб-камеру проверим и звук послушайте. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. То есть вот звук у нас идет. Камера пишет. Также, соответственно, по клавиатуре. Все клавиши нажимаю. Скорлок у нас, соответственно. Так. Инс и скорлок у нас есть. Зажимаем FN. Нажимаем на Dell. Вот у нас Инс. И ищем скорлок. Скорлок, скорлок. А, вот скорлок. F12. То есть он сейчас не отображается, я FN зажал, все, вся клавиатура полностью работает, тачпады все работают. Ноутбук в прекрасном исправном состоянии. Вот. Заряжается, просто был разряжен. То есть вот я его от зарядки вытащил. Вот он показывает, что мне нужна зарядка. Так все полноценно работает.